Здравствуйте, друзья! Я сегодня предлагаю вам порелаксировать вместе со мной над пересадкой вот этой малышки Sunset Love. 30 августа она мне досталась. В таком состоянии сейчас находится. Ей, несомненно, тесно. Нужно пересаживать. Как буду доставать? У меня спрашивают. Как же так? Как можно достать из такого бокала? Ну, для начала мы пробуем вытрясти грунт, который находится вот здесь. Конечно же, хитросплетение корней мешает этому всячески. Но можно попробовать хотя бы какую-то малую часть. Если... Ну, как бы это невозможно, эта процедура, то можно разбить стакан. Просто в какую-нибудь тряпочку его оборачиваем, тюкаем молоточком, и он разбивается, и орхидейка спокойно извлекается. Так. Потихонечку можно... Вот. Повытаскивать. Я думаю, что я этот процесс убыстрю. I got the cash in the bag, stadium pack. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Итак, все прошло благополучно. Треснул только один корешок. Так, сейчас я вот... Верхний корешок один. Но это не критично. Внутри шейка хорошая. Есть старые корни, но они еще не умерли. Вот это, например. Я ничего не хочу удалять. Единственное, вот здесь чешуйка есть. Я ее постараюсь снять. Так. Вот с этой стороны. Механическое повреждение на листочке.
Вот оно. Оно было такое при покупке. Но вот то, что не снимается с корней, я не буду даже теребить. Что можно сказать? Вот это вот горшочек как нельзя лучше подойдет. Он прям вот оптимально. Все корешочки я заправлю внутрь воздушные. Вниз, конечно же, бумажный слой. Возьму его из старой посадки. Грунт буду использовать. Кокосовые чипсы и керамзит. Итак, пробую поместить. Так, ну вот все хорошо, только получается, что горшок немножечко низковат. У меня есть еще два варианта. Сейчас я посмотрю по высоте. По высоте также получается. Даже меньше будет за счет выемки, которая пьедестала, который есть в горшочке. Так, что же делать? Оставлять вот так вот или немножко ее углубить? Наверное, я возьму вот этот горшочек. Он чуть пошире. Сейчас я попробую. Не, наверное, большеват все равно. Так, как же быть? Сейчас буду думать. Думай, думай, голова, думай. Так, значит, беру вот этот керамзит, убираю, складываю тонкий слой мелкого керамзита на дно. Так. И пробую опускать. Опускаю, опускаю. Ой, корешок один мимо. Мимо один корешок, так не пойдет. Так, прокручиваю немножко. Думаю, что вот так будет вполне себе ничего. Единственное, что я сейчас внутрь вот этого корневого стакана крупный керамзит из прошлой посадки попробую отправить. Да, вот можно и уголек можно сюда положить. И вот этот вот керамзитик. Так, вот здесь крупный еще есть керамзит. И дальше буду засыпать смесью кокосовые чипсы и мелкий керамзит, который я намешала уже благополучно. Мытый, чистый кокос, измельченный в виде чипсов и волокна. Так, то, что не попадает туда, куда нужно, нам можно протолкнуть палочкой какой-нибудь. Так, вот здесь вот волокна идут и керамзит. Аккуратно слежу за тем, чтобы не поранить корни. Так, это попадает сюда. Вот чипсина. Так, осторожно, осторожно. Так, вот это что у нас? Так, керамзитик провалился. Еще один керамзитик. Это внутрь пошло. И вот так постепенно. Оставляю воздушный карман. Вот сюда, например, ничего не протолкнешь, но это и не страшно. Будем заполнять грунтом то, что получится заполнить. Это очень мусорный грунт. Очень мусорные посадки такие. Но очень хороший результат. Так. Продолжаю. Можно с такими посадками значительно экономить на воде, потому что объем воды, подаваемый в такой горшочек, будет в два раза меньше, чем, например, если у горшочка есть дренаж. Вернее, не дренаж, а дренажные отверстия, если есть у горшочка, то воды нужно больше, потому что вода просто вытекает с таких отверстий. А в закрытой системе и не вытечешь никуда. Так, один корешок повредила. Вот, смотрите. Ну ладно, ничего страшного, поливать я не буду.
Не буду поливать, наверное, дней 5. Вот. Корешки напитанные. В принципе, ничего страшного не случится. Затем в общем режиме полью проливом, как у меня принято, так сказать, в нашей деревне. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Вот керамзитик. Так, что у нас тут? Корешочек, давай-ка ты тоже сюда, сюда-ка аккуратненько. А, он уже сломан. Ну ладно, ничего. Ничего, веломен пока еще живой. Может подсохнуть и работать дальше. Ну или пускай торчит, раз уж все уже сломало его. Ладно. Неприятность эту мы переживем. Так. Все, думаю, что этого будет вполне себе достаточно. Так, этикеточка. Нет, этикеточка нужна новая, потому что это уже не клеится. Поэтому я беру вот такой вот, это для чеков, такие клейкие наклеечки, бумажечки, и переношу запись 30.08.20 Sunset Love. Sunset Love. У меня еще не цвела. Ну, должна быть красоточка. Надеюсь, сейчас она здесь освоится. Вот так вот прилепляю. Освоится и весной, может быть, и зацветет, порадует, познакомимся с ней. Вот нижние корни влажные, поэтому я спокойно в таком состоянии ее оставляю и ставлю на полочку в ее обычное место. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что вы тоже порелаксировали вместе со мной. Желаю вам побольше радости в жизни. До скорых встреч!